В Крыму формируют территориальные органы федеральной исполнительной власти. Они будут закреплены за управляющими структурами ФСБ, прокуратуры, миграционной службы, Министерством юстиции, культуры, туризма, социальной политики. В Совете министров уже наметили ряд организационных вопросов. Выделение новых помещений, организация рабочего процесса, переквалификация специалистов. Одна из главных задач – сохранить кадровый состав, обойти сокращение. Переходный период формирования управления назначен до 1 января 2015 года. Сегодня у нас еще есть переходные положения, поскольку адаптация должна пройти законодательство. Вот. Проходит она в плановом режиме, никаких эксцессов нет, поэтому сегодня все службы работают. И для нас, для всех, и для членов правительства, для руководства правительства сегодня и Сергей Валерьевич поставил задачи относительно того, чтобы этот переход был плавным, чтобы люди его практически не ощутили, но чтобы мы, руководители, непосредственно провели всю необходимую работу. Все это проходит сегодня в плановом режиме, и граждане ощущать этого не будут.